Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Владимир. В сегодняшнем материале мы разберем с вами актуальную тему по поводу выбора и покупки бытового холодильника для дома или квартиры. Мы рассмотрим с вами тему по сравнению холодильных устройств известных торговых марок, таких как Bosch и LG. В обзоре мы расскажем про качество, надежность, основные функции, безопасность, преимущества и недостатки той или иной холодильной торговой марки. Тот или другой материал вы можете почитать на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, в сегодняшнем материале мы с вами попытаемся разобрать, какой же все-таки холодильник лучше, Bosch или LG. Мы определимся, какая торговая марка более предпочтительна по цене, качеству, надежности, функциональности и прочим параметрам. Коротко скажем про то, что же такое холодильник и когда он появился. Такое полезное бытовое устройство, как холодильник, вместе с морозильником появились в конце 40-х годов 20 века в США, в городе Детройт. Первой компанией, которая запустила массовое производство данный прибор, стала компания General Electric. В 1960 году процент владения холодильниками на планете был следующим. В США 98% семей, Италия 22% семей и Советский Союз порядка 6%. На сегодняшний день такое устройство, как холодильник, имеется практически в среднем у 99% семей на планете. Как правило, бытовой холодильник приобретается новоселами при въезде в новую квартиру, либо при замене жильцами старого или сломанного прибора на новый. Перед тем, как получить данное бытовое устройство на кухню, необходимо грамотно и взвешенно подойти к такому серьезному шагу. Ведь холодильник не берется на год или два. На сегодняшний день самые продаваемые марки холодильников – это LG, доля рынка составляет порядка 28%, это Bosch, доля рынка порядка 23%, Samsung, доля рынка 19% и Indesit порядка 15%. Поэтому мы подойдем к выбору холодильного прибора немного нестандартно. Мы будем выбирать лучший холодильник путем сравнения моделей вышеописанных лидеров продаж на рынке. В прошлом обзоре мы с вами рассмотрели сравнение холодильников Samsung и Indesit и установили, что Samsung все-таки немножко лучше, чем его конкурент. В данном материале мы сравним холодильники марки Bosch и LG. Сравнение мы сделаем по отдельным параметрам устройства. Многие покупатели бытовой техники первоочередное внимание дают дизайну прибора. Некоторые наборы функций еще части ориентируются на качество сборки и гарантийный срок обслуживания. Все эти моменты относятся к устройствам различных марок, однако мы определяемся, какой выбрать холодильник из лидеров по продажам из моделей компании Bosch и LG. Итак, приступаем к сравнению бытовых холодильников марок Bosch и LG для квартиры или дома. Первый параметр, по которому мы проведем сравнение, это внешний вид холодильников Bosch и LG. Если рассматривать внешний вид, оформление и дизайн устройства, то почти однозначно можно заметить, что вся почти немецкая бытовая техника, в том числе и холодильники марки Bosch, имеют четкость линий и угловатость переходов, что создает строгий и неповторимый вид прибора. Итак, перечислим отличительные особенности внешнего вида холодильников Bosch. Все холодильники данной марки имеют цельный металлический корпус. Покрытие корпуса изготовлено из высокотемпературного эмалевого состава. Устройство не боится внешних воздействий, а именно царапин, трещин и сколов. Практически все модели данной марки покрыты составом для отталкивания грязи, влаги и следов. Как правило, внешнее покрытие холодильников марки Bosch чаще бывает черного, белого или оттенка под сталь. Имеются также оттенки красного и серого цветов. Корпус холодильников LG обычно производится из цельнолистового пластика. Цветовая гамма крайне различная, начиная от белого, заканчивая цветом под хамелеон. Корпуса моделей премиального класса часто оснащаются цветными закаленными стеклами, иногда даже в виде росписи под гжель. Однако часто можно услышать на популярных форумах от обладателей холодильников LG, что поверхность довольно быстро пачкается, царапается и становится маркой. А сам материал корпуса крайне ненадежен. На нем образуется вмятина от легких воздействий, а со временем возможно проседание дверц. В заключение данного пункта можно однозначно отметить, что исходя из критерия внешнего вида холодильника, лучше выбрать модели марки Bosch, потому что немецкая компания уделила гораздо больше внимания данному параметру. Программа зоны свежести холодильников Bosch и LG. В данном пункте также единогласное преимущество можно дать холодильникам марки Bosch. Благодаря наличию программы «Зона свежести» мы можем смело хранить фрукты и овощи в идеальном состоянии долгое время, благодаря тому, что холодильная камера поделена на отдельные и равные по объему пространства, а материал стенок таких отсеков изготовлен из материала, который обеспечит долгое сохранение продуктов в превосходном состоянии. Холодильники марки LG тоже обладают такой программой, однако по объему это всего один отсек, в котором располагается специальный сетчатый короб для петрушки, лука, укропа и прочей мелкой зелени.
В заключение данного пункта можно отметить, что программа «Зона свежести» не может носить ключевую роль при выборе той или иной модели холодильника, так как она является на сегодняшний день больше дополнительной, но при этом очень нужной опцией. Экономичность и система управления в холодильниках Bosch и LG. Данный параметр очень важен для окончательного выбора той или иной модели холодильника. Способность к экономии напрямую зависит от таких моментов, как энергосберегающий класс прибора. Все, что начинается с показателя А, является энергосберегающим. Вид, тип и количество компрессоров, которые устанавливаются в самом холодильнике. Система электронного управления программами, а также их точность и тип. Режим «долгая загрузка» или «отпуска» обеспечивает равномерное регулирование нужной температуры и загрузки. А теперь подведем итог применительно наших сравниваемых марок холодильников, исходя из вышеописанных параметров, и постараемся детально понять приоритеты того или иного параметра. Параметры энергосбережения в моделях марки LG и Bosch начинаются с класса А и выше. Что касается компрессоров, их количества и типа, то можно отметить, что в холодильниках марки Bosch применяется стандартное устройство обычного типа. В холодильниках марки LG компрессоры относятся к линейному типу, являются энергосберегающими, высокоэффективными, а также бесшумными в работе. Система электронного управления в моделях марки Bosch довольно стандартная, сенсорная или кнопочная. А вот система управления электроникой в моделях марки LG позволяет управлять своими программами дистанционно при помощи соединения через Bluetooth или Wi-Fi. Что касается наличия режима «отпуск», такая функция имеется как в моделях марки Bosch, так и в LG, и она практически ничем не отличается у обоих производителей холодильного оборудования. В заключение данного пункта можно отметить, что модели марки Bosch и LG почти на 100% одинаковы между собой по энергосбережению, режимам, программам и прочим параметрам, однако некоторые нюансы могут зависеть от разных условий эксплуатации той или иной модели холодильника. Функционал холодильника Bosch LG. Данный параметр является наиболее важным моментом перед тем, как приобретать ту или иную модель холодильника. Самое главное, что мы должны учитывать тот факт, что прибор не только должен работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, но и то, что устройство постоянно поддерживало заданную нами температуру. Это является единственным способом, как можно дольше сохранять свежесть и качество продуктов, находящихся в нем. Если рассматривать такой параметр, как надежность холодильника, то, если верить многочисленным отзывам и мнениям пользователей, экспертов, лидерство принадлежит приборам марки Bosch. Компания Bosch – это единственный завод-изготовитель холодильников, который провел самые суровые испытания своих приборов в широчайшем диапазоне температур, а также климатических условиях, при рабочих температурах от минус 25 градусов по Цельсию до плюс 50. Также холодильники данной марки отлично переносят жару, сильный холод и высокие нагрузки. Надеемся, что наш материал помог вам выбрать и приобрести оптимальный вариант бытового холодильника для дома или квартиры, исходя из вышеописанных преимуществ и недостатков той или иной модели. Также рекомендуем перед покупкой такого устройства ознакомиться с отзывами по той или иной модели прибора на проверенных сайтах соответствующего направления. Заметим, что такой параметр, как цена, практически одинаков у сравниваемых холодильников, поэтому отталкиваться для окончательного выбора нужно от функциональности, экономичности, объема камер хранения и, конечно же, личных предпочтений. Итак, мы с вами рассмотрели и поговорили о том, какой же выбрать холодильник, Bosch или LG, какой из них лучше. Тот или другой материал можете также почитать на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. В нашем материале более подробно описан данный материал. Также, если у вас имеются какие-то вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их на наш YouTube-канал или на наш сайт bazlight.ru. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание, всего вам доброго и удачи!